Amphomy Marketplace – самая умная торговая платформа в мире. Сегодня онлайн-покупателям нужен современный цифровой рынок, без ограничений и запретов, без лишних конвертаций, с возможностью максимально комфортно покупать реальные товары за криптовалюту. Онлайн-продавцам необходимо быстро и легко создавать свои интернет-магазины и наполнять их множеством товаров и услуг в несколько кликов. Инвесторы хотят видеть реальное приложение с хорошим потенциалом и большим количеством вовлеченных пользователей, чтобы вкладывать деньги в надежный проект. Основой для новой глобальной платформы электронной коммерции стал Gem4Me – технологичный и современный мессенджер нового поколения, почти с 5 миллионами верных поклонников. Gem4Me был создан в недрах компании Synesis, известного разработчика Viber, который имеет многолетний опыт разработок в области искусственного интеллекта, анализа больших массивов данных и реализации масштабных проектов. Сегодня наша международная команда программистов и финансовых экспертов предлагает действительно инновационный продукт для онлайн-маркетинга – платформу Gem4Me Marketplace. Благодаря Marketplace миллионы пользователей Gem4Me получают огромные преимущества и возможность стать участниками международного рынка, использовать множество крипто и фиатных валют в безопасном интеллектуальном кошельке Smart Wallet. Быстро и надежно. Продавцы и владельцы бизнеса получают возможность легко создавать магазины на базе чат-ботов с искусственным интеллектом и предлагать свои товары и услуги клиентам по всему миру. Просто и выгодно. Любой пользователь получает доступ к удобным, безопасным и уникальным криптовалютным сервисам. Их предоставляет наш стратегический финансовый партнер – компания «Фрегат», известный во всем мире финансовый институт, которому можно доверять. Внутренней криптовалютой торговой платформы Gem4Me Marketplace является токен Gemcoin. Присоединяйтесь, и вы получите эксклюзивный доступ ко всем сервисам, бонусным программам, программам лояльности и другим преимуществам Marketplace. Международный рынок с миллионами клиентов и огромным потенциалом теперь открыт для вас. Gem4Me Marketplace – самая умная торговая платформа в мире. Покупайте, продавайте, стройте свой бизнес. Понедельник, у нас уже декабрь, наверное, у кого-то уже предновогоднее, предрождественское настроение. Но мы сегодня будем очень много говорить про бизнес. У нас есть очень классные новости, связанные с нашей, развитием нашей финансовой системы. Но, как всегда, я начну с планов. Ближайшие планы по Android iOS Web до 12 декабря. Добавление блокировки юзера. В первой реализации можно будет блокировать, разблокировать юзера. Подготовка базы под реализацию функционала форварда. Свой картинок в галерее чата. Он будет сделан как на веб и как на Android. Расположение текста кнопок для бота. По вебу добавление экрана информации о пользователе, чтобы необходимо, чтобы реализовать функционал блокировки. По iOS добавление функционала отображения статуса просмотрено. То есть вы будете видеть, какие сообщения просмотрены, какие нет, возле каждого сообщения. Ну и по Android еще более корректное отображение видео в галерее с возможностью поделиться, удалить. Так, будьте добры, еще следующий мне слайд. То есть до 29 ноября то, что здесь написано, это уже реализовано. То есть увеличить стабильность приложения путем уменьшения технического долга. Технический долг – это то, что мы очень быстро наращиваем функционал, и не всегда приложение стабильно откликается на это. Поэтому в ближайшее время мы будем отдавать так называемый технический долг по мессенджеру, увеличивая его стабильность, исправляя баги и доводя его до совершенства. Я бы хотел попросить модератора, поставьте, пожалуйста, мне первый слайд по именно по картам. То есть мы переходим к таким. Так, это уже следующий еще раз поставьте. Вот. Значит, смотрите, мы вам обещали реализовать финансовую систему, связанную с вашим выводом и сохранностью вашего вознаграждения. То есть мы буквально, наверное, в ближайшее время, на этой неделе, сделаем так, чтобы вы могли приобретать карточки компании Weststein. Это банковская карта, выпущена компанией в
Великобритании, и вы будете ее использовать для того, чтобы выводить свое вознаграждение, то, о чем вы всех нас очень сильно просили. Карточка будет no name, там будет указана компания в качестве держателя карты. Вы можете снимать наличные в банкоматах, оплачивать в кассах, в интернете, и объемы снятия, то есть до 1500 евро в сутки вы можете снимать, и до 30 000 евро в месяц. Карточка действительно очень классная. По нашим очень и очень сложным временам она дает вам определенную анонимность, которую не стоит злоупотреблять, но вы получаете эту анонимность. Вы можете хранить в этой компании деньги, можете их снимать, в общем-то, распоряжаться по вашему усмотрению. То есть с того момента, когда мы сделаем эти карточки массовыми, стоят они будут 29 всего-навсего евро. Срок действия карты будет на 3 года. То есть это, если разбить на 3 года, совсем такие крошечные цифры. И по поводу функционала карточки я сейчас скажу чуть позже, но в любом случае это решение позволит вам нам уйти от там, выводов в биткоинах. Ну, те, кто хотят, мы этим оставим. А всем остальным вы сможете пользоваться данной картой. Будьте добры, следующий слайд поставьте по поводу функционала карты. Очень интересный функционал, то есть она, во-первых, конфиденциальна и безопасна. Мы ее будем пополнять с нашего корпоративного счета, и вы будете пользоваться, значит, смотрите, сама по себе карточкой могут пользоваться как граждане Евросоюза, так и граждане всех остальных стран, так называемых не СЕПА регионов. То есть СНГ, куда входит там, Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Канада, США, вы можете этими карточками пользоваться. Но для граждан Евросоюза, таких как Латвия, Литва, Польша, там, Германия и прочие страны, у вас будет более расширенный функционал данной карточки. То есть вы можете использовать данную карточку после ее верификации как полноценный банковский счет. Для граждан не Евросоюза эта карточка, самое главное, будет давать возможности получать, снимать деньги, вот, а все остальное мы более детально пропишем вам в инструкции. То, что мы обещали, то есть мы очень сильно старались, и, наконец, вчера мы в одной из поездок, в которой мы были с коллегами, мы получили согласие на то, чтобы обслуживать наш проект по выплатам реферальной системы. По поводу оплаты пакетов и так далее, Эдуард, давайте чуть позже, мы распишем ее функционал отдельно. Сейчас самое главное, что вы сможете получать и выводить вознаграждение на, именно на эту карту. Сейчас нужно будет, мы дадим возможность в кабинете заказывать данную карту и постараемся, чтобы первая партия этих карт оказалось у вас на руках в ближайшие там, 2-3 недели до Нового года. Такой своеобразный подарок. Теперь двигаемся дальше. Мы, как всегда, будем говорить про мессенджер, про Marketspace. И будем начну вот с чего. Смотрите, у нас на сегодняшний момент осталось 127 788 акций. Вы должны понимать, что такими темпами у нас акции, исходя из того товарооборота, который существует, остается всего там на максимум на 2 месяца работы. И я обращаюсь ко всем, кто сегодня присутствует в конференции, хочу сказать, что смотрите, главное это всегда вовремя успеть. Можно много про это говорить, успех, успеть, там, вовремя и прочие вещи. Помните, когда-то мы начинали с вами, у нас было очень много акций. У нас было там 2 миллиона. Сейчас 127 тысяч. Прошло по меркам истории достаточно короткий промежуток времени. Мы разработали фактически мессенджер, мы сейчас разрабатываем Marketspace. Следующим этапом будет вывод Marketspace и, скажем, на большую-большую арену. И привлечение туда
большое количество пользователей, организация финансовой системы, раскрутка. И Market Space как инструмент. Мы проводили презентации, и вот на основании этих презентаций я подумал, что сегодня можно поговорить о том, как Market Space можно использовать для развития своего собственного бизнеса. Откуда у меня это родилось? Я не буду раскрывать всех там тайн, подробностей, имен, явок и паролей, но по факту несколько компаний, которые занимаются, финансовые компании, которые занимаются оказанием финансовых услуг, используют сейчас наш Market Space для того, чтобы финансовым регуляторам в Сингапуре и в Европе показать, где они будут оказывать услуги. То есть вот они приходят со своей лицензией, им нужно защищать свою финансовую лицензию, и они их спрашивают, а что вы будете делать с этой лицензией? И они предъявляют наш Market Space. Вот мы будем осуществлять финансовую поддержку, организацию финансовой схемы вот для данного вида бизнеса. И еще никому из них не отказали. Лицензия это является отличным показателем для нас с вами, потому что, как правило, регуляторы, которые выдают лицензии, они все очень-очень вредные. Вот вы приходите и говорите, я хочу попасть в мир финтеха. И в этом мире финтеха крутятся громадные деньги. И у вас нет за спиной там, какого-то особенного блата, не стоит огромный банк за вами. И вам нужно доказать, что вы будете заниматься с этой лицензией именно тем, для чего она вам нужна. И регуляторы, очень строгие регуляторные надзирающие органы, полностью удовлетворены их объяснением, что с помощью Market Space действительно будет осуществляться работа с этой лицензией. Итак, начну с того, что общение строится с любыми. В любом бизнесе оно строится через каналы коммуникации. То есть важно, чтобы достучаться до каждого человека, необходим канал коммуникации. Кто-то пытается достучаться до человека через телевидение, кто-то через радио, кто-то через мобильную рекламу. Но в любом случае формируется такой пул каналов, которые позволяют достучаться до конечного потребителя. Будьте добры, следующий слайд мне поставьте. И этот пул каналов, он все время меняется со временем. Он меняется по степени эффективности. То есть очень часто случается следующая вещь, что люди вынуждены вкладывать в маркетинговый бюджет большие деньги для того, чтобы их бизнес существовал. Ну, что такое маркетинговый бюджет? Это бюджет, связанный, говоря очень просто, с тем, чтобы рассказать всем, что вы есть. Что вы предлагаете? Носки, картины, иконы пишете, там еще что-то. И ваш маркетинговый бюджет, он постоянно растет для того, чтобы вы могли увеличивать свой товарооборот. Но есть такое понятие ROI, не буду его расшифровывать, это отдача от инвестиций, ну, проще говоря. Так вот, вы вкладываете в свой маркетинговый бюджет, а отдача от того, что вы вкладываете, ваш товарооборот не растет. И с этим очень часто все во многих случаях сталкиваются. Значит, проблема существует в следующей плоскости. В том, что вы вкладываете, а дела все идут нехорошо. То есть получается, что все, кто развивает свой бизнес, они действуют одними и теми же методами. То есть они одинаково стучатся в одну и ту же дверь. То есть если говорить просто, то все едут по одной дороге. И когда все в одном направлении едут по одной дороге, то они все, естественно, попадают в пробку. Это самое, наверное, для кого-то нелюбимое времяпровождение, но кому-то нравится, в большинстве случаев нет. Но если коротко подытожить, то есть вложения сами себя не окупают. И очень многие люди начинают думать, а что же делать? Вот свои кровные вкладываешь, а вложения не окупают. То есть нужен абсолютно новый тип коммуникации, нужен абсолютно новый тип бизнеса, вернее, тип развития бизнеса. То есть бизнес, требующий инвестиций, он всегда задумывается над тем, чтобы эти инвестиции были максимально эффективны. То есть с низкой конкуренцией за внимание, то есть нужно то поле, которое менее конкурентное, чем все остальные, с большой базой лояльных пользователей и вообще с базой отфильтрованных пользователей.
И там, где отдача от вложений в маркетинговый бюджет, она максимально проявляется, максимально эффективна. И хорошая новость, что специалисты, изучившие наш Market Space, сказали, что такой канал, он существует. Вот именно Market Space как канал продвижения, он существует. С чем это связано? Не с тем, что мы изобрели гениальность. То есть на гениальностях никто не зарабатывает. А это связано с тем, что появился абсолютно громадный пласт людей. Они, кстати, не одного поколения, они разного поколения, но почему-то их называют поколение Y, которые привыкли к общению исключительно через мобильное приложение. То есть, не буду вдаваться в цифры, поверьте, пожалуйста, мне на слово, что вот то поколение, которое сейчас активно использует мессенджеры, оно предпочитает покупать, предпочитает общаться исключительно в мессенджерах, то есть в мобильном интернете. И те, кто предложат максимально эффективный способ и наиболее удобный, и дающий максимальную отдачу, именно те завоюют вот это поколение игр. Кто-то называет миллионалы. Но самое интересное, что мы сами сталкиваемся с этими людьми, эти люди вообще не смотрят телевизор, не воспринимают традиционную рекламу. Они, ну, к сожалению, фактически не читают книги. И вот для них, допустим, есть очень замечательный товарищ у нас, Ирина Антоненкова, ведет каналы с цитатами в мессенджере Jam for Me из великих произведений. И эти люди никогда не будут читать сами книги, но хотя бы, спасибо, что она это делает, они будут читать подборку этих цитат, и у них что-то в голове отложится. Это не плохо, не хорошо, это просто по факту именно так. То есть люди, им не хватает времени, и они очень быстро переходят вот именно на такой способ общения. То есть мессенджер и Market Space – это те инструменты, которые позволят нам с вами достучаться и тем людям, которые ведут бизнес, именно до этого поколения людей, до этих миллионалов, до тех, кто осуществляет покупки исключительно в мобильном формате. И вот не замечая того, как это приходит в нашу жизнь, допустим, есть люди, которые абсолютно спокойно сейчас не ходят по магазинам, вообще не ходят по магазинам. Знаете, были там шопоголики, им важно было сходить в магазин, что-то купить. Сейчас все происходит наоборот. Магазины приезжают к людям домой, к примеру, вне зависимости от того, где вы живете. Если не приезжают сами магазины в виде курьеров, доставщиков, то люди получают услуги через эти новые абсолютно каналы. То есть в заключение, поставьте мне последний слайд, пожалуйста, я просто хочу сказать, чтобы очень и очень отложилось у вас в голове, это очень просто. Создав Market Space и создав соединенный вместе с Market Space мессенджер, мы получили абсолютно самый уникальный, не побоюсь этого слова, самый конкурентоспособный канал дистрибуции, то есть продажи, продвижения, неважно чего, цитат из уникальных книг, или там, сайтов знакомств, или продажи товаров, услуг и всего-всего остального. Почему? По одной простой причине, потому что сейчас это то, что пробивается через информационный шум. Не знаю, насколько долго это будет работать, но в любом случае на сегодняшний момент это самый эффективный способ достижения потребителя. Спасибо всем большое за внимание, я передаю слово Александру Бониславовичу Кучиновскому. С замечательными новостями. У меня тоже в конце будут очень важные новости, которым вам будет не только интересно услышать, но и которые принесут вам хорошие доходы. Итак, можно начать прохождение по нашим слайдам. Первое, что хотел показать, это по традиции количество установок Jam for Me на различных платформах, на App Store и на Google Play. Вот цифру вы видите у себя на слайдах. 6 769 273 человека уже. Ну и следующая наша традиционная рубрика – это доходы наших партнеров за
доходы наших партнеров за предыдущую неделю с 26 ноября по, даже не 3, правильно будет, по 2 декабря, с понедельника по воскресенье мы считаем, от 1100 евро, смотрим на нашу географию, видите, Соединенные Штаты расширились до западного побережья, сумма чеков у нас от 1100 евро, это Москва, 1180 Солнечногорск, 1200 Хабаровск, 1300 Екатеринбург, 1300 снова Хабаровск, а также по 1300 Тюмень и Москва, 1500 евро за прошлую неделю Риджфилд, США, судя по всему, это как раз город на западном побережье, 1660 евро Нацрат Элит, известный нам город из Израиля, 1800 евро Уфа, 1900 евро Магнитогорск, 1990 Бруклин, 2400-800 евро Вест Чикаго, 5500 евро Киев, 5620 евро Мурманск, 6700 евро за прошлую неделю партнер из города, Мутнинск, мы о нем рассказывали на предыдущих конференциях, небольшой город в Пермской области. Ну и, наконец, 6900 евро за прошлую неделю партнер из города Мейпл, Канада. Поздравляем наших партнеров с хорошими, с высокими доходами, стабильно высокими доходами, я бы так назвал, от 7 до 10 тысяч евро за неделю получают наши партнеры. Очень за них приятно. Ну, а мы двигаемся дальше по темам нашей конференции. И хотел еще раз напомнить о том, что у нас есть такой в июле введенный коэффициент корпоративной активности, и партнеры, которые его достигают через либо через личные закупки, чаще всего через личные продажи паков, они получают максимально большой доход на свои акции, и вот этого коэффициента максимальной корпоративной активности, коэффициента 5, напомню, что самый низкий коэффициент это 0,25, а с коэффициентом 5 у нас уже 159 партнеров. Конечно же, нет никакой возможности все их зачитывать, и, в общем-то, этого не надо. Кто это сделал, тот знает. Вот. Но хотелось бы также посмотреть, показать вам географию. Мне география всегда очень приятно показывает, насколько наш проект по-настоящему международный. Итак, это Новая Зеландия, Окленд. Это Украина, не буду города называть, потому что много городов из одной страны. Это Россия, это Канада, это я в порядке появления, вот, ну и выполнения, соответственно, этими партнерами вот этого коэффициента корпоративной активности. Дальше США, следующий город Израиль, правильно сказать, страна, потому что из Израиля будет много городов. Дальше Финляндия, это вот на этом слайде. На следующем слайде давайте посмотрим, какие у нас новые страны появятся. Дальше у нас идет Латвия, тоже еще появится. ID, это интересно, мало кто знает, это Индонезия. Эдвин Сору, наш очень известный партнер, который приезжал на последнюю конференцию. Дальше Чехия, Чехия, правильно, ни в коем случае не Чехословакия, это уже две страны, Чехия. Дальше, значит, 38-я позиция, это Южная Корея, город Ансан, будут еще из других городов Южной Кореи партнеры. Следующий слайд, по-моему, уже с десяток я стран назвал. Следующий слайд, это здесь мы видим новые страны, это Беларусь, дальше Эстония, Марду, все на этом слайде уже, я так понимаю, что 12 стран с партнерами с максимальным коэффициентом я назвал. На следующем слайде мы видим вновь появившуюся страну, это Казахстан, давно мы, видимо, с вами ждали, остальные страны уже были, и Япония, внизу 96-я позиция, Япония, Саппоро. Одна, по-моему, присутствует, один партнер из Японии, но зато с этим коэффициентом 5. Очень здорово. Дальше смотрим новость, смотрим выделенные и видим на 119-й позиции город Бургас. Это Болгария, тоже страна, которая один раз пока появилась, но это только пока. Думаю, что будет еще. А Литва еще была, да, Литва была. Литва была, точно я называл. На первом, по-моему, слайде она уже была. Так, на этом слайде я не нашел до этого не упоминавшихся стран.
Поэтому можно сразу пойти на заключительный слайд. И на заключительном слайде мы видим снова те страны, которые упоминались. Казахстан, Россия и США. И вот видите, всего 159 партнеров. Количество партнеров увеличивается на несколько десятков каждый месяц. Поэтому я поздравляю с этими партнеров. И карту ККА 5 надо сделать. Хорошее предложение. Я думаю, что мы пойдем на это. ККА 5 – это самые-самые богатые люди. Действительно так. И богатые по доходам, и, естественно, по тому потенциалу их портфеля акций. Вот. Если кого-то не увидели, пожалуйста, друзья, напишите в поддержку, чтобы выяснить вопрос, потому что 159 человек, может быть, вы, конечно, и просмотрели своего партнера. Сейчас вот к той теме, которую мы постоянно вам рассказываем, которую сегодня подробно-подробно озвучивал, раскладывал прямо по полочкам Валерий Николаевич, о нашем маркетспейсе, об этом новом канале коммуникации. И вот смотрите, вот как бы это не просто теоретизирование, что вот он будет такой, должен быть такой, что такие вот преимущества есть. На самом деле вот это очень такой вот небольшой пассаж, небольшой отзыв от Надежды, он очень о многом говорит, то есть говорит прежде всего о потребности. Посмотрите, листая наши маркеты, маркетспейс, соответственно, я увидел предложение мастера по изготовлению кукол. Нажала купить, да и забыла, а вот наш бот не забыл. Наладил прямую связь с продавцом-мастером. Лично оговорили условия, сюжет. Через несколько дней я получила фото своего заказа, мне все понравилось, оплатила, как мне было предложено, и через пару часов получила квитанцию об отправке. Скоро мой художник будет красоваться в моей домашней коллекции. Такие шаржевые куклы могут стать отличным подарком. Здесь индивидуальность, юмор, теплота, слова. Бабушка может связать носки и продать их через наш Marketspace, сбывается. Прямой путь от производителя продавца к покупателю товаров и услуг проложен и будет популярным, в этом нет сомнений. Это место, где разместятся не только торговые гиганты, но и мастера, ремесленники, все, кому есть что показать миру. Всем нам больших успехов в этом начинании. Получу посылку, обязательно вышлю фото. Вот это фото вот этого... вот этой куклы, оно тоже также перед вами, Надежда нам сделала. Конечно, это очень классно. Я хочу добавить еще один момент, необыкновенно важный. Мы наблюдаем, что почта сейчас работает, в общем-то, достаточно хорошо, и вот появление такого канала сбыта позволяет выйти на совсем другие регионы, не только вот, судя по всему, здесь в России наши вот, владелец маркета и покупатель общались, но также выйти и не только на соседние страны. Если вы готовы отправлять своих кукол куда-нибудь в Южную Америку или в Австралию или в Африку, пожалуйста, все для этого есть, перевод не будет проблемой, тем более в наших планах, вы знаете, стоит включение автоматического перевода на, ну, естественно, основные языки, потом все больше и больше языков, это не проблема. Вот это позволяет вот действительно, вот, смотрите, бесплатно получить канал коммуникации со всем миром. Это действительно по-настоящему здорово. Наши разработчики усиленно работают над тем, чтобы Marketspace, который создан в своей сути, он стал гораздо более простым в использовании, в употреблении, как для продавцов, так и для покупателей, и мы обязательно будем вам показывать эти новости. Ну а вы сами пока можете размещать либо свои маркеты с товарами и услугами, либо рекомендовать своим знакомым побыстрее разместиться, потому что на каком-то этапе, конечно, все это будет уже платным. Ну а теперь те новости, которые я обещал, которые могут вас очень порадовать. Давайте посмотрим их на слайде. Вот это такая больше техническая новость, но тем не менее она важная. О продлении вот этого срока оплаты своего аккаунта для того, чтобы были начислены акции. То есть вы знаете, что если у партнера более года не была оплачена активность, у кого-то это и 3, и 4 года, то мы предложили вот заплатить бизнес-активность, причем вперед. Это то, что во всех компаниях платят, то, что обязательно, это то, что требует техническая поддержка работы компании, включая и бизнес-саппорт, включая те конференции, которые мы проводим. Вот здесь мы просто перенесли этот срок до 31 декабря и очень рекомендуем вам
это настоятельно делать, потому что на каком-то этапе вы видели, вот, что акции завершаются, акции подходят к концу, и тех людей, которые не оплатили вот этот бизнес-саппорт за один год, мы будем рассматривать как людей, которых с нами уже давно нет. Ну и действительно так, кому-то мы были подарочные акции, значит, кто-то купил и уже давным-давно забыл, поэтому здесь мы будем просто, в общем, нам нужны эти акции, вы видите, там у нас товарооборот с каждым месяцем повышается, поэтому на каком-то этапе, когда люди, которые в принципе никак не отреагируют на эти предложения, которые и публикуются, и рассылаются по email-адресам, мы воспримем их как людей, которые давно уже не с нами. Ну и теперь, наверное, очень приятные новости. Два таких промоушена, один, который у нас действует и который, к сожалению, как все хорошее, рано или поздно кончается, это 100% количество подарочных акций при покупке вот этих вот уменьшающихся акций мессенджера, они с завтрашнего дня превращаются в 75%, мы об этом говорили, то есть покупателю будет начисляться, если он, допустим, получил, ну, условно говоря, 50 акций, то только 75% от этого количества будет начисляться акции Market Space. И, естественно, при этом акции и спонсор тоже будет получать, но вы знаете, что он четко получает максимально до половины тех акций, которые начисляются покупателю. Ну, а, соответственно, нижний продел, он там зависит от карьерного статуса. Всю наш маркетинг вы знаете, мы не будем пересказывать. В общем-то, все, праздник снова продолжается, и продолжается он еще неделю. 75% тоже хороший доход, поэтому рекомендую вам все эти возможности обязательно использовать. Ну и еще один, поскольку подарок, поскольку у нас сегодня с вами 3 декабря, наступил Новый год, мы о нем хочешь не хочешь думаем, дай Бог, чтобы у всех был снег, чтобы у всех было великолепное настроение, и с завтрашнего дня мы включаем такой новогодний подарочный промоушен со скидкой 5% на все наши паки, которые продаются, но это касается наших основных паков Go, Biz, Premium и Invest. Поэтому сегодня вот там еще 100% акций можно получить, завтра уже 75 подарочных акций, но 5% скидка для покупателей паков, важный стимул, при этом все премии, все вознаграждения командные и личные, они остаются без изменения. Используйте все эти наши механизмы и давайте вместе с вами двигаться к той нашей большой цели, которые мы все вместе приближаем как можем. Я думаю, что в 2019 году мы все-таки достигнем этой цели. По крайней мере, мне в это очень-очень хочется верить и все для этого сделать. Спасибо, уважаемые друзья, за внимание. Я передаю микрофон для не менее важных и интересных новостей члену Совета директоров Наталье Борисовне Аршавской. Я думаю, что понедельник сегодня очень горячий. И после таких новостей, о которых рассказали два директора впереди меня выступающих, мне уже даже можно и не говорить, просто, наверное, поздравить всех, кто за эту неделю закрыл карьерные статусы, и пожелать всем еще больших чеков и отличного успеха на этой неделе и до конца Нового года, конечно же, прекрасно встретить Новый год с хорошими подарками и, конечно, с огромными портфелями акций. Но все равно, как всегда, традиционно необходимо кое-что сделать, что никак отменить нельзя. Ну, начнем, как всегда, с поздравления, да? Сильвер-мастера на этой неделе есть, и они у нас в основном в России, есть один партнер из Индонезии, из города Нгави. Давайте с него начнем, раз он такой у нас один и далекий. Его зовут так для нас необычно, Сутрисна. Вот фамилию даже не знаю, есть она или нет, но вот так. Это Индонезия. Мы поздравляем от всей души. Вот вижу в чате Аркадия Страконя, потому что это его ветка, там его лидеры развивают команду и радуют нас каждый раз продвижением новых членов команды.
И группа из России. Это Василя Каримова, Стерлитамак, Татьяна Кожевникова, простите, Ростов-на-Дону, Ольга Соловьева, Киров, Надежда Перевалова, Качканар, Диляра Мамлеева, Челябинск, Елизавета Фадина, Асбест, Галина Кофтунова, Сальск. Вот такая дружная российская команда на этой неделе работала и закрывала квалификации, и с ними один партнер из Индонезии. Здорово, всех поздравляем, ведь первый шаг самый важный, с него начинаются самые большие победы. Золотые мастера. Опять у нас на этой неделе Россия. Светлана Аржак, Светлана Казакова, Ольга Верещагина, Галина Свиридова. Это у нас Туран, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Комсомольск-на-Амуре. Здорово. Такая вот география. Будьте добры, двигаемся дальше. Какие у нас еще есть квалификации за эту неделю? Опять же, Россия, молодцы, россияне двинули дружной командой эту неделю вперед. Геннадий Портнов из Первоуральска, Лия Алексеева, город забыл указать, и Аяс Монгуш, это КЗУ. Платиновый мастер – это уже третья у нас квалификация в разделе мастеров, и, в общем-то, один шаг остался до завершение. Ну вот видите, зато богатый урожай у нас сегодня на даймонд мастеров. И смотрите, как мы рады вот за Наталью Запольских из города Амутнинск. Мы рассказывали про него в прошлый раз. И Наталья, помимо всех регалий, чеков, всего остального, она получает еще и дополнительно 4 акции за скорость закрытия квалификации. Ну, подарки это всегда классно. Так держать и двигаться вперед, Наташа. Светлана Долинина, Нижний Новгород, Россия. И Ян Выребровский, Плоцк, Польша. И Ангели Иваскевичине, отличный лигер из Вест-Чикаго, Америка. Тоже постоянно видим фамилию этого лидера. Ну, можно только лишь пожелать им быстрее оказаться в директорской команде, потому что, в принципе, работа в команде мастеров, она подготовительная. Мы с вами учимся строить команду, закрывать квалификации, зарабатывать чеки, пополняем портфели акциями и только входим, как говорится, во вкус. А вот самый серьезный бизнес, конечно, он уже в директорской команде, потому что это наша лидерская, мощная поддержка, это группа общения, с которой постоянно директора на связи, топ-лидеры на связи, и вот здесь уже все самое интересное начинается, все секреты мастерства. Поэтому добро пожаловать в директорскую команду, а мы сегодня расскажем об этих даймонд-мастерах, потому что интересно с ними всегда знакомиться. Людмила Новоселова нам рассказывает о Наталье Запольских. С Натальей Запольских я знакома 15 лет. Мне нравилась ее пытливость, стремление узнать новое и желание оказаться в нужное время в нужном месте. В начале года я рассказала Наташе о GemFormMe и о колоссальных возможностях. Раздумья у нее были. Она всегда подходит к принятию решения по принципу 7 раз отмерь, 1 отрежь. Приняв решение, Наталья приобрела пакет «Инвест» и стала просто акционером. И только спустя 10 месяцев она позвонила мне и сказала о своем решении сотрудничать как партнер. И пригласила на встречу в офис двух замечательных женщин. После беседы с ними продажа 6 паков «Инвест» состоялась. Вот так. Утром Наталья проснулась с платиновым мастером. И через 2 недели она снова пригласила офис своих знакомых и снова после встречи с ними продажа. Да еще какая? 9 паков инвестор. Сегодня Наталья уже Diamond Master. За ноябрь она прошла все ступени мастеров. У нее огромное стремление в ближайшее время влиться в директорскую команду. Наталья убедилась за этот месяц, что в нашей компании возможно все. Любая вершина может покориться. Вот, кстати, для тех, кто думает, что надо долго, медленно и упорно. Вот видите как, подумала 10 месяцев, потом как дала тяжелой артиллерии и, в общем-то, закрыла практически все квалификации сразу в разделе мастеров.
Так тоже бывает. И чтобы покорилась любая вершина, для этого нужно только совершать действия, и награда не заставит ждать. Высокий доход и высокий статус Наталья получила именно здесь, в компании Джамфуми. Она доказала себе и всем партнерам, что не нужно бояться идти к своим родным, знакомым, друзьям, что при наличии желания всегда появятся возможности. В нашем проекте нужно действовать быстро, потому что пока кто-то отмеряет, другие могут отрезать. И я желаю Наташе и ее молодой команде процветания, радости от нашей работы, удачи и успехов. Ну и мы присоединяемся тоже и желаем всего самого наилучшего, Наталья. Вот такие у нас рекорды скоростные есть, показательные. Антонина Новоселова, Качканар, рассказывает о своем новом даймонд-мастере Свете Долининой. Сегодня я хочу от всей души поздравить нашего партнера, замечательную женщину и лидера Светлану Долинину с квалификацией даймонд-мастер. Светочка, я знаю, что ты очень стремилась к этому, и несмотря на все препятствия, ты это сделала. За эти 2 года ты создала большую команду инвесторов и партнеров. Твоя настойчивость, ответственность, пунктуальность, целеустремленность и любовь к людям поднимают тебя и твою команду на вершину успеха. А твоя скромность и отзывчивость, как магнит, притягивают к тебе людей. Ты всегда находишься на гребне новой информации в компании, постоянно посещаешь все конференции и презентации. Ты систематически занимаешься самообразованием, и с тобой всегда интересно общаться на разные темы. И я уверена, что в самое ближайшее время сбудется твоя главная мечта. Ты будешь много путешествовать и познавать мир. Желаю тебе крепкого инвесторского здоровья, любви, радости, добра и изобилия Вселенной. Огромной международной команды, незабываемых путешествий, быстрого продвижения по карьерной лестнице к директорскому статусу. Будь счастлива. Ну вот, видите как. Все здорово, разные пути и разные люди. Вот, и у всех у них своя дорога, но результат один. Если не сдаваться, то успех обязательно тебе покорится. Светлана Чеметова, Тобольск, рассказывает о Ангеле Иваскевичине. Я вам уже говорила, что очень часто мы слышим фамилию этого лидера, улыбающуюся, прекрасную девушку молодую. Поздравляют сегодня из Тобольска ее верхний спонсор Светлана Чеметова. В нашем полку прибыла. Поздравляю Ангели с достижением статуса Diamond Master. Это последняя ступень лестницы мастеров, и это серьезная заявка на успех. Ты вошла в окружение совета директоров. Поздравляю. У Ангели абсолютная вера в наш проект, неиссякаемый оптимизм, целеустремленность, большая любовь к людям. Несмотря на то, что она пока еще работает, все свое свободное время она посвящает проекту, проводит встречи, рассказывает о нашем проекте, и люди слышат ее, потому что она вкладывает в проект свою душу, передает людям свою уверенность. Ангелия, я желаю тебе быстрейшего продвижения по карьерной лестнице. Наверное, ударение Ангели правильно, да? Продвижение по карьерной лестнице, роста твоей команды и исполнение самых амбициозных целей. Ну, мы присоединяемся к Светлане. И, конечно же, наш бизнес еще раз, в очередной раз доказывает, что нет вообще никаких границ для настоящего бизнеса с высокими технологиями. Неважно, где ты, в какой ты стране, какие расстояния тебя разделяют, главное это встретить людей, у которых есть определенные совпадающие цели и мечты. Ангели, еще раз поздравляем тебя с победой и желаем тебе самых высоких вершин, покорения тех вершин, может быть, о которых ты даже не мечтаешь. Мариуш Дучманский, это Польша, вы знаете, да, город Кунин, вот тоже не знаю ударение как ставится правильно. И он поздравляет Яна Вырябковский со статусом Diamond Master. Ян присоединился к нашему проекту в 2016 году. Он инженер-строитель.
Сейчас ушел на пенсию, живет в Польше, в городе Плоцке. В GFME его привлек тот факт, что он обычный человек, может принять участие в таком великом и глобальном проекте. Ян всегда присутствует на всех презентациях и конференциях, а потом переводит все важные новости для своих польских партнеров. В 86-87 годах он работал на строительной площадке Курской атомной электростанции, где занимался вопросами в области сотрудничества с советскими партнерами. Эта работа позволила ему выучить русский язык, который очень пригодился в дальнейшей жизни. В настоящее время он управляет несколькими онлайн-компаниями, но, конечно же, развитие бизнеса в GFME – это приоритетная задача для него. Вместе со своим спонсором Петром Кучарчиком он был на мероприятии GFME в Москве в декабре 2017 года. Там он познакомился со многими лидерами GFME, а также с лидерами польской структуры, с топ-лидерами Анджеем Плута и Томашем Жарнецки, с которыми он постоянно общается. Да, наши два потрясающих вице-президента готовятся высадиться скоро в Японии и снова там помочь работать японской команде. И, конечно же, он получил как можно много информации от GFME, и сейчас он активно ведет бизнес и очень стремится продолжить свое движение по карьерной лестнице. Я желаю ему больших успехов и скорейшего достижения новых карьерных статусов. Ну, конечно, мы тоже желаем всего самого наилучшего для Яна и здоровья, счастья, большого пакета акций, отличных людей, лидеров в команду и самых смелых желаний, которые сбудутся очень-очень скоро. И, кстати, вот подсказывают, что Ян переводил на русский язык последнюю презентацию Александра Бринславовича Кочановского для нашей польской команды. Это здорово. Спасибо большое, Ян. Еще раз вам огромных успехов. Как можно быстрее хотим увидеть вас в директорской команде. Вот сегодня Антонина Новоселова тоже поздравляет своего лидера в команде Яна Вырябковски и говорит нам, что Польша рулит. Она помнит осень 2016-го, когда польские партнеры заходили в проект. Тогда были всего десятки таких лидеров, а сегодня польская команда – это флагман нашей компании, это сотни партнеров в разных странах, и Ян Вырябковски из числа партнеров первооткрывателей. Ян, за такими лидерами, как вы, метеоритом влетели в нашу компанию Япония, Индия, Корея. Ты с большим воодушевлением и радостью встречался с друзьями и партнерами на международной конференции в Москве и собираешься приехать на следующие тоже конференции. И ты постоянно учишься и растешь, будучи инженером-строителем, получил еще и финансово-экономическое образование. Это помогло тебе глубоко разобраться в нашем проекте и помочь своим партнерам. Ты построил отличную, сильную команду и всегда вдохновляешь людей на действия. В этот зимний день я желаю тебе тепла в душе, богатырского здоровья, огромной международной команды единомышленников, удачи и потрясающих успехов на пути к твоим мечтам. Быть тебе директором и президентом в самое ближайшее время. Будем очень рады встретиться с тобой в Москве на очередной международной конференции. Вот какие теплые слова сегодня идут в адрес лидеров. Это здорово, да, когда мы можем познакомиться так близко через чувства, ощущения верхних лидеров в команде. Ну вот знаете, у меня вот сегодня мелькнула еще какая-то вот здесь строчка по поводу поздравления Валентины Гридасова со статусом золотого директора. Я вот на самом деле не получила такой информации. Наверное, это ошибочка была. Извиняюсь, ну, говорят, что она его давно-давно закрыла, этот статус, и мы ее поздравляли. Ну что ж, я напомнила Валечке, что пора, наверное, следующую квалификацию закрывать. Ага, ну вот она, кстати говоря, красавица наша Валентина из Ангарска, рассказывает о марафоне, который сегодня в Ангарске.
Итак, прошла очередная итоговая презентация GenFoMe на базе офиса Центрального консультативного центра. Наша лидерская группа Екатерина Леонтьева и Валентина Гридасова запустили новый виток в развитии GenFoMe для жителей города. Атмосфера была непередаваемая, просто, понятно, легко и на подъеме была представлена идея возможностей и выгоды для каждого человека в нашем проекте. Никто не хотел расходиться, как инвесторская группа партнеров и предпринимателей компании GenFoMe. Мы смогли не просто показать реалии, тренды, мощь проекта, но и смогли передать гостям нашу уверенность в 100% реализации проекта с максимальными выгодами. Вот, кстати, друзья, нам очень нужна всегда эта 100% уверенность, потому что когда она у нас есть, люди идут именно на нее. А почему она у нас есть? Потому что мы с вами уже проникли в проект, погрузились, разобрались, повстречались, получили информацию, задали вопросы, получили ответы, и она у нас есть в душе, эта уверенность. А люди чувствуют ее, понимают важность пополнения своих портфелей, увеличения КК, и все сказали, что 2019 год будет самым счастливым годом в жизни. При Байкале сделала товарооборот 39 772 евро. Поздравляем Прибайкалье! Берите отметку в следующем месяце уже на то, чтобы пройти 50, а потом 100. Итак, идет работа везде, друзья, кипит уверенность, и мы получаем новых лидеров и новых партнеров. Ну, а дальше у нас что происходит, кто расскажет? Татьяна Игнаева, Усть-Ордынский, тоже прислала фотографии о том, как проходит марафон при Байкале. Конечно, все жители этого региона и Усолья-Сибирского, и Иркутска, и Ангарска объединились в этом марафоне, вот, но и все прилегающие города тоже были охвачены марафоном. Прошедшая неделя прошла под флагом GenFoMe. Было очень много встреч, консультаций, звонков в офисе Иркутска. В общей сложности прошло 18 индивидуальных встреч, 3 круглых стола, еще порядка 30 встреч в полях, в библиотеке, в магазинах, в гостях, даже на юбилей школы. Отлично сработала команда Елены Алдаровой, Татьяны Игнаевой, Марина Баракшонова. И товарооборот за 5 дней составил 8150 евро. Вот так. По 5 паков премиум, 3 пака бис, 2 пака го, оплата городской, годовой активности. Есть отличный задел на последующей неделе. Продолжаем активную работу. Вы знаете, вот как интересно узнать, что у вас там происходит на местах. Вот молодцы. ТВА мне в чате подсказывает 81 тысяча евро за ноябрь. Вот ТВА разогналась. Орлан пишет. Орлан, ну вот берешь отметку уже 100, проходишь, наверное, скоро, в ближайшее время, в декабре. Прибайкалье, супер, молодцы, отчитались, это классно. Поздравляем вас вот с таким решением в виде марафона объединить регионы. Это приятно всегда, когда есть много лидеров, которые хотят не только в своем городе работать, но и в соседних городах. Это всегда дает рост команде. А вот у нас и два красавца в городе Харькове. Лидерское турне Эдуарда Витько. И вы видите на фотографии Александр Сидоренко и Эдуард Витько вместе в Харькове. 1 декабря в Харькове прошло великолепное событие в рамках лидерского турне. От всей души благодарим за приезд и работу Эдуарда Витько. Очень понравилась подача проекта и бизнеса GenFoMe от Эдуарда. И самое главное, Эдуард просто и от души показал и рассказал всем присутствующим, как пошагово строить успешный бизнес. Независимо от возраста, пола, местонахождения или финансового статуса. На встрече были разные люди разных возрастов и разных профессий, но абсолютно все поняли и оценили глобальность и масштабность нашего мессенджера и мессенджера GenFoMe и MarketSpace. Эдуард очень подробно объяснил, как запустить бизнес не только у себя в регионе, а и по всему миру. Я разобрался во многих тонкостях. Благодарю за такой отличный материал. Эдуард, как всегда, ты лучший. Ну, классно наставнику услышать такие слова в свой адрес.
Поздравляем, Саша, с таким событием. Я уверена, что огромное количество новичков получили информацию важную для себя. И сейчас новое дыхание второе откроется в Харькове. Вы уверена, выйдете на международный уровень развития. И самое главное – это поймать вот такую волну и захотеть работать, выйти на другой уже уровень развития, наоборот, международного бизнеса, и начать работать совершенно спокойно с новыми знаниями. Вот, кстати говоря, вот мне тут, видите, да, 2-4 декабря Уфа, у нас сегодня 3 декабря, и мне вот Резида Слободина из Уфы уже пишет, а у нас в Уфе десант из Екатеринбурга, это семья Самоновых и пивовар Зоя, Владимир, Антон и Александр работают, как всегда, 2, 3, 4 декабря на самом высоком уровне. И я вам вот специально напоминаю города, чтобы вы не пропустили какие-то даты и вспомнили еще о тех людях, которых можно пригласить на эти события. 4 декабря, я так понимаю, что это Москва. Здесь просто не указали город. Людмила Строчкова, Александр Потапов, Татьяна Тарасова проводят мероприятие 15.00, 4 декабря, это завтра, на проспекте Мира, 68. Уфа, Фомид Садырдинов и Резида Слободина каждый вторник проводят, ну и, естественно, сейчас там все кипит. 18-20 Иванова Наталья, Валентина Цыганец работают в Гродно, Беларусь. Город Красноярск, 15-17 декабря, Светлана Чистякова, Наталья Козлова, Наталья Перминова, Татьяна Свинтийская помогают. Телефоны, пожалуйста, кому интересно пригласить гостей. Абакан, 13-14 декабря, Евгений Чеботаев проводит мероприятие. И там Эдуард Витько, насколько я понимаю, город Пермь, 8-9, а 13-14 Абакан. Елена Гиль в Перми организовывает мероприятие, а Евгений Чеботаев в Абакане. Присоединяйтесь, вот мы боимся приглашать своих друзей, одноклассников, родственников на такие презентации. Почему боимся? Наверное, про кого-то вы просто забыли, потому что нас там нет рядом, но это не важно. Ваших друзей встретят ваши друзья по команде. И обязательно их обласкают, приласкают, помогут разобраться, конечно же, научат всем основам бизнеса. Я уверена, что примут как родных и помогут им влиться в ряды наших партнеров. 1-6 декабря Якутия. Город Якутск проводит Орлан Баахоа и Игорь Кирюхин. 7 и 10 декабря в городе Улан-Удэ, в Бурятии, ответственная там Анна Павлова. Вы видите, да, телефон Игоря Кирюхина для связи. Если что-то у вас есть, какие-то вопросы, звоните. Вот. А команда Елены Гирь, она далее потом проводит события в Ульяновске. 12-20 декабря, а вот с 1 по 5 еще 2 дня в Березниках работает Вера Гахакидзе. Город Кунгур, Валентина Женина, 15-18 декабря. Смотрите, охват огромный, только приглашайте туда людей знакомых. Ну, смотрите. Расписание я вам сейчас не буду зачитывать. В Москве 14 декабря и 15 декабря мероприятие, 16 декабря тоже пансионат, уже завтрак, общение и выезд, 3-дневный семинар, и вы можете получить информацию, вот у Татьяны Тарасовой телефон вы видите. Это обучение и новогодний корпоратив в пансионате «Лесной городок». И подмосковный пансионат
Подмосковье, Одинцовского района. Вот, для чего вообще такое обучение проводится в рамках структуры, кстати говоря, тут объединенные структуры вообще. Тут несколько лидеров выступили инициатором. Ну, потому что очень важно какими-то знаниями обладать для старта. И всегда необходимо где-то подпитаться вот этой энергией, стопроцентной уверенности успеха. Поэтому 2 дня полной перезагрузки. Тренинги для лидеров, тренинги для тех, кто уже закрыл какие-то квалификации. Для новичков в бизнесе, новогодний праздничный ужин и выезд из пансионата в 12 часов. То есть вы в пятницу заезжаете, в воскресенье выезжаете. Узнавайте подробности, это очень интересно. И я помню, что для меня в молодости, когда период становления бизнеса был, вот такие корпоративы, они были очень важны для того, чтобы погрузиться и после них сделать большой карьерный взлет. Вот такие новости. Время быстро вообще летит. Смотрите, используйте любые возможности, любые трамплины для того, чтобы получить как можно больше от этого последнего месяца. Тем более он, как всегда, короткий. Но промоушен у нас великолепный, и вы уже поняли, что работать придется почти до Нового года. Ну, промоушен на каникулы, я лишь повторюсь, что он продолжается, и пожелаю всем вам присоединиться к нему. Давайте пролистнем. Эта страничка меня уже радует. Смотрите, сколько у нас партнеров из разных городов собираются ехать на каникулы на Маврикий. Корпоратив на Маврикий. Кто хочет присоединиться? Вот есть возможность взять пример с этих лидеров. Прошу прощения. Взять с этих лидеров пример и вот накопить себе деньги на эту поездку. Это вот на этой страничке от 500 до 700. И видим, какое количество стран. Россия, Канада, Израиль, Казахстан, Литва, Финляндия, Украина, Америка и Россия опять. Давайте перевернем еще страничку, там будет наверняка еще большее удивление нас ждать. Вот я хочу посмотреть, а кто же у нас опять лидирует? Павел Жданов, и он опять увеличил свою скидку. 2700 евро, он возглавляет соревнования, за ним Людмила Новоселова из Кирова, не отстает, 1850, Наталья Запольских, мы уже тоже ее знаем, 1650, Анджелия Иваскевисине, это Вест Чикаго, США, 1450, Галина Смолякова, Санкт-Петербург, 1400, Артур Гросс, Израиль, 1400, Надежда Перминова, Лесосибирск, 1050, и Кызыл Аяна Монгуш, 1050, Любовь Риско, Лесосибирск, тоже 1050, Ольга Кимусурис 1050 и Калининград 1050, Игорь Клюхин. Ну, смотрите, я помню, Тарлан Бахо, недавно скидка была 800, уже 1000. Я думаю, что аппетит приходит во время еды. Увеличивайте свои скидки. Вот есть такие лидеры, которые, наверное, еще не всем знакомы, из города Парк Ридж, США, Рима Макгаурти. 950 евро скидка. И Сергей Пономарев, Санкт-Петербург, такую же скидку имеет. И Сергей Крижевский из Ижевска тоже. Москва лидер, 900 евро. Татьяна Мельситова, Томахико Эндах, Япония Саппоро, 900. Елизавета Хан, Уссурийск, 900. Татьяна Тарасова, Москва, 800 евро. Ну, смотрите, какие скидки. Приятно вообще такие скидки получить в компании на поездку. Притом это вот вообще никак не влияло на те деньги, которые вы получаете. Да? То есть вы себе получаете свое вознаграждение, и параллельно компания вам начисляет в кошелек скидки, которые потом автоматически транслируются в евро. Это вообще классно, по-моему, каждый год выезжать за счет компании. Ну, я вам желаю успеха всем, кто работает на увеличение своих скидок. Время еще есть. И я думаю, что в ближайшее время
Мы увидим, как Павел Жданов будет праздновать полностью 100% свою победу, полностью оплаченную путевку компании ему за счет его ратного труда. Поздравляем всех лидеров, которые находятся в этих списках, и тех, кто начал работать на то, чтобы присоединиться к каникулам корпоративным на Маврике. Я знаю, что и сейчас приходят люди, которые могут еще успеть это сделать. И всего вам доброго на вот таком поприще, потому что каникулы — это всегда классно, это круто побывать на корпоративе, потому что ты не только знакомишься сразу с огромным количеством лидеров из разных стран, но и ты погружаешься в атмосферу успеха на 100%. Будьте добры, покажите, пожалуйста, это у нас все новости, да? Осталось, наверное, поработать, как всегда, по линии благотворительности, с благотворительным фондом. Сегодня мне очень хочется обратиться к партнерам с просьбой помочь партнеру из команды Альфии Айбушевой. Простите, Надежды Галактионовой, ее партнер в команде у Надежды, ее зовут Альфия Айбушева, вы видите на фотографии, в настоящее время нуждается в срочной операции на сердце. Она инвалид третьей группы, но, несмотря на это, активно работает в нашем проекте с 2016 года. За это время построила команду, большое внимание уделяет развитию проекта. Сейчас в статусе «Золотой мастер». Но вот обследование недавнее показало, что тянуть с проведением операции опасно для жизни. Необходимо сделать ее как можно быстрее, как всегда. Стоимость операции, там всякая нагрузка лекарственная и так далее, она требует моментального вливания средств. 60 тысяч рублей срочно необходимо оплатить. Давайте мы будем помогать Альфие, поддерживать ее, как всегда, потому что наш фонд называется «Поможем всем миром», когда такая ситуация. Очень хочется, чтобы партнер был жив и здоров. И еще есть письмо одно. Это письмо «Благодарность» от Владимира Пиксина, который хотел бы поблагодарить всех партнеров, которые ему помогли, администрацию, совет директоров и моего спонсора Александра Потапова за поддержку в трудные для меня дни и за материальную помощь, которая была мне необходима для восстановления зрения. Знаю и верю, что с такими профессиональными капитанами, сплоченным и дружным экипажем нашего лайнера под названием «Джим Фуми», набирающего ход, прошедшего через шторма, мели и вышедшего на мировые IT-просторы, мы пройдем все преграды и достигнем нашей главной цели. Еще раз огромное вам спасибо. С уважением, Владимир Пиксин. Очень приятно, да, друзья, когда мы узнаем, что кому-то мы смогли помочь вовремя. Вообще, я вам напомню, что уже собрано более 50 тысяч долларов за это время, и эти все деньги, которые вами были перечислены, они все пришли вовремя, вот именно в тот момент, когда они могли успеть помочь. Ну вот это все. Вот на этом мы сегодня заканчиваем. Подскажите мне, это последний слайд? Последний. Мы заканчиваем сегодня с вами на позитивной нотке, на тех словах, которые Владимир адресовал в адрес нашей команды. И я уверена, что среди вас есть уже огромное количество людей, которые не сомневаются ни на один буквально миллиметр, ни на один грамм, ни на один дюйм в том, что мы обязательно дойдем до нашей цели, мы победим, мы достигнем той вершины, которая запланирована, и вы прилагаете вместе такие мощные, крутые усилия, творческие, я бы сказала, невероятные, может быть, даже и фантастические, потому что каждый раз, наблюдая за тем, что вы делаете, как вы работаете и как вы достигаете своих целей, мне очень хочется сказать, что вы номер один, number one.
Это команды, которые способны сотворить чудеса. И все в наших руках. Мы вместе – огромная сила. Мы можем достичь чего угодно, всего, чего мы захотим. Всего вам доброго. До новых встреч. Используйте промоушены и ставьте себе самые высокие цели. Может быть, даже в те, в которые очень срочно, сложно сейчас вам поверить. Потому что сделать это нужно всегда до Нового года успеть. Знаете, да, почему? Потому что под Новый год загаданные нами желания обязательно сбываются. До новых встреч!